Беженцев из Крыма готов встречать Донецкий железнодорожный вокзал. Там создали пункт информационной помощи. Комната расположена со стороны перрона. Есть интернет, а также телефон. Здесь окажут медицинскую и социальную помощь. Консультации будет предоставлять сотрудник исполкома либо областной администрации. Первых посетителей смогут принять со следующей недели. Время работы круглосуточно. Подобные пункты действуют во всех областных центрах Украины. Донецкая железная дорога, помимо этого, проводит информирование граждан на вокзале по громкоговорящей связи, информирование для пассажиров осуществляется каждые сутки, а также при прибытии и отправлении поездов в крымском направлении, но более учащенное. Кроме этого, в пассажирских поездах в крымском направлении будет проводиться работа по информированию пассажиров непосредственно проводниками, а также наглядная агитация.